запад. Затем поверните направо. Поверните направо. Затем... Приветствую вас, друзья и гости канала. Сегодня мы рассмотрим интересную лодку. Это Дюфур 385. Год рождения ее 2005. Ее длина 38 футов, а ширина где-то около 4 метров. Помимо парусов, она оснащена дизельным двигателем Volvo Penta. 40 лошадиных сил, это 29 киловатт. Яхта находится в Трогире, Хорватия. Лодка имеет санузел или гальюн, как вам будет удобно. Нам он показался немножко маловат. На лодке мы не обнаружили фекальные танки. Отходы жизнедеятельности вываливаются наружу через клапаны за борт. Это критично, если вы находитесь в марине. Переборки не терпели нагрузки, также в местах крепления талрепов, стоячего такелажа, паутинки или трещинок обнаружено не было, но имелись расшатанные леерные стойки. Под паёлами лодки было чисто, в лодке не пахло плесенью, что очень удивило нас, потому что в других лодках пахло. Шпильки, которые держат киль, были законтрены дополнительными гайками. На лодке имеется три каюты, причем мастер-каюта очень большая, просторная. В поддоне двигателя была обнаружена вода и масло. Что за вода, пробовать не стал. На такой сравнительно небольшой лодке имеется подруливающее устройство или бут-трастер. Но на него батарея не выведена отдельно. Сервисных батарей всего две по 120 ампер-час и одна для двигателя 60 ампер-час. Все паруса, как заявляет продавец, новые 2019 года. Вот такой вот небольшой обзор. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.
И пишите в комментариях, нужны еще обзоры лодок, не нужны, потому что мы их просмотрели немало. И мы с вами поделимся видео, которое мы делали для себя при осмотре лодок. Всем пока, 7 футов под килем, комфортные волны, ветра попутного. С вами был я, Серж Тревел. Get hot and shake.